Привет! Я артистка театра «Снарк». Театр «Снарк» — это молодая команда профессиональных актеров, режиссеров, художников и музыкантов. Мы относимся к театру для детей как к настоящему искусству. Мы нашли несколько неизвестных произведений известного итальянского сказочника Джанни Родари, посвященных котам города Рима. Также мы нашли у него цикл стихотворений про кошек, положили их на прекрасную музыку, и у нас получились песни. Итальянской пиццы! Герои нашей истории – кошки, но не все кошки – настоящие кошки. Некоторые из них – люди, которые решили что-то изменить в своей жизни. Почему человеку может надоесть жить среди людей? Да! Почему он решает все бросить и отправиться жить кошкам? Да! И что может заставить кота захотеть снова стать человеком? Да! Что? Мы делаем спектакль, который можно будет играть не в одном месте, а возить и показывать его там, где будет нужно. Таким образом, мы можем играть для тех, кто сам не может прийти к нам. А перед спектаклем вас ждет настоящая экскурсия по городу Риму. Вы сможете пройти по завешенным бельем итальянским улочкам, посмотреть итальянскую оперу и даже покормить капиталистскую волчицу и голубя Джузеппе, который эту волчицу сторожит. Наш проект называется